Привет всем зрителям канала. Сегодня 10 ноября. То есть спиннинговый сезон у нас подходит к концу. В голове еще куча планов. Первое. Хотелось бы устроить железный день. То есть ловить только на железо. У меня вот взял сегодня с собой такой ассортиментик бижутерии. Но работает из этого всего 3-4 блесны. И дополнительно прикупил 3 блесенки. Бюджетный ценовой диапазон. Это Спартак с черной и с оранжевой подложкой. И вот такая розово-зеленая радуга. Второй вариант. У меня еще есть вида 3 червей, неразловленные. И третье. Я когда-то хочу включить спортрежим и поработать на результат. Что сегодня выбрать? А что нам мешает совместить? Итак, черная подложка. Расцветка Спартак. Сегодня еще раз опробуем эту блесну. Итак, первый заброс. Надеюсь, что без поклевки. Сначала поработаю в верхнем слое. Друзья японцы научили держать спиннинг в одной линии с леской. И чем такая постановка хороша, любое движение, которое бы ты не совершил в любую сторону, и будет являться подсечкой. Попробую поиграться со скоростью проводки. Попробую сейчас поиграться с весом блесны. Так, нужно тяжелыми пройтись. Вот такая 3,5 грамма, белая на серебряной подложке. Ни разу на нее не было ни одной поклевки. Летит она, конечно, ураган на ту сторону аж. Вот играет блесенка очень плавно. Мне скажут, что это не форелевый вариант. Вот она, блин. Ребята, худо-бедно, поклевка. Вот и, пожалуйста, и на сумасшедшую скорость проводки. Никогда на такой скорости проводки не ловил. Обращал внимание, что у многих бывают поклевки на таких скоростях. Сейчас решил попробовать, и на тебе, я сразу получил. Стало интересно. И скажите, пожалуйста, что над этой форели? Стараешься подобраться к ней аккуратненько, нежненько, чтобы создать все условия для поклевки. Она не клюет. Тут катушку крутишь, как пропеллер, и получишь поклевку. Так, вот сейчас в этом же весе попробую поменять цветовую гамму. Уже вот к разряду рабочих блесенок относится. Шла, родная, ух ты. А летит она похлеще той. Оп, касание. Так и не сработало. Так, что у нас дальше? Дальше у нас резинка. Крючочек 6 номер. Толщины на этом черве нет, поэтому стараюсь захватить немножко побольше. Опа! Вот она, первая поклевка. Чё-то червяк сработал. Вот и первая поклевочка на червячка, на нашего. Хорошая поклевка даже без забивания. Так, на данный момент у меня было 2 поклевки. Одна, ух ты, летит хорошо. Одна на белую блесну, на которой я еще до этого ничего не поймал. И вторая вот на доширак. Давай. Поработай на благо общества. Опа, вот он сразу поклевка. Вот он и фаворит.
Еще раз продолжаем. Повторим. Вот она, смотрите, какая вдогоночку пошла. Все, ребят, надо ловить. Вот она.